Привет, друзья! Продолжаем съемку видео о том, как сделать острый соус шрирача. Как вы помните, у нас было два варианта перцев. Красный перец, и потом чуть попозже я получил еще острый зеленый перец. Прошло почти 4 недели, перец прекрасно ферментируется, и теперь пришла пора добавлять сюда уксус. Можно добавлять уксус или яблочный, или у меня в данном случае белый винный, потому что яблочный уже закончился. Аромат прекрасный. Уксус я добавляю через 4-5 дней, ориентировочно по 20 грамм. На килограмм перца нужно в среднем от 50 до 80 грамм уксуса, поэтому по одной столовой ложке несколько раз я добавлю уксус. После добавки уксуса я сначала его наливаю вот сюда, вот так. И он стоит у меня денек. После этого я беру, перемешиваю все, чтобы уксус нормально разошелся. Проходит еще 2-3 дня и делаю следующую добавку уксуса. И так каждую банку. Вот так. Все. День-два стоит, перемешиваем, ждем. Итак, мы отцедили нашу основу от жидкой части. Переходим сюда, чтобы не терять время. Здесь уже часть того, что уже было готово, закипает. И мы увариваем наш соус до желаемой густоты. Мы достигли той консистенции соуса, которая нам нравится. Вот такой густой соус. И теперь самый важный и ключевой момент. Мы берем рыбный китайский соус, сделанный в Китае. Добавляем его при расчете на нашу массу, тоже около 8%. На наш объем это будет порядка половины бутылки. 8%, 8-9%. Соус только что открыт, свеженький. И вкусный. Естественно, что консистенция нашего будущего соуса станет жиже, но мы его уваривали с тем расчетом, чтобы как раз достичь необходимой густоты. Доводим до кипения. Вот она все равно будет густенький. Этим мы предохраним его от возможного скисания. И разливаем в маленькие порционные баночки. Закручиваем и отправляем или в погреб, или в холодильник, у кого где есть место. И этот соус будет стоять всю зиму, и ничего с ним не случится. Вот, смотрите, консистенция наша не слишком стала жиже. То есть прекрасно. Аромат с легкими нотками рыбного соуса. Он начинает закипать. Покипит буквально полминутки. Мы его выключим. Разольем в сухие прогретые банки. Закроем крышками под резьбу. И вуаля! Наслаждайтесь. Настоящий фирменный ферментированный соус шрирача у вас дома. Все приготовления уже закончились. Острый соус шрирача я приготовил. И начнем пробовать. Вкратце я расскажу, как мы готовили острый соус шрирача, потому что прошло достаточно много времени, и многие уже все забыли. После того, как соус ферментировался около месяца в банках, я начал добавлять постепенно уксус. За один раз я добавлял по 20 грамм уксуса в 3-литровую банку за 3-4 подхода. После этого мы отцедили гущу от жидкой части соуса. Жидкую часть я уварил на огне. Все готово. Для дегустации у меня есть очень острый соус шрирача, баранья шейка запеченная, смотрите мои рецепты, и, естественно, крепкий алкоголь. Класс! Так, у меня здесь все есть. Очень яркий аромат острого перца с добавлением
нотки копчености. Здесь есть рыбный соус, чеснок, тростниковый сахар. Очень жгучий, но мне это нравится. Друзья, соус получился великолепным. Готовьте по моим рецептам. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ссылочка внизу. И помните, кухня – это самое спокойное место.